Знание, которое есть в книгах Аркадия Ивановича Петрова «Сотворение мира» и последующих его книгах, значит, они являются на данный момент в мире наиболее полным и фундаментальным исследованием сознания человека. Я прошла базовый курс Аркадия Наумовича Петрова. Что сразу заметила? Моментально пришла удача в мою жизнь. Ты больше людям будешь желать любви, добра, ты будешь исцеляться сам. В моей жизни происходит улучшение, во-первых, во всех аспектах. Я Пирожникова Татьяна Михайловна. Я хочу свидетельствовать о регенерации органа, который произошел под действием биоинформационных технологий. В 1992 году у меня была хирургическим путем удалена матка с диагнозом аденомиоз. До этого было проведено неоднократно консервативное лечение, в том числе и гормональными препаратами, которые кроме изменения веса и самочувствия в худшую сторону ничего мне не предоставило. Затем, когда я познакомилась с трилогией Аркадия Наумовича Петрова «Сотворение мира», прочитав и выяснив, что возможно проводить регенерацию органов другими методами, то есть не методами ортодоксальной медицины, а методами биоинформационных технологий, я прошла две ступени обучения, и на второй ступени обучения в процессе запуска регенерации, которую проводил Аркадий Наумович Петров, у меня началась регенерация матки. Причем я почувствовала это сразу, прямо во время запуска регенерации. Я почувствовала сначала, как будто у меня там застучали маленькие швейные машинки в том месте, где у меня находилась раньше вырезанная матка. А потом, поддерживая регенерацию импульсами, я ощущала горячие приливы тепла. И вот через 4 месяца, сделав проверку в центре новых технологий, в медицинском центре, мне подтвердили, что матка у меня регенерирована, что имеется полностью восстановленный орган, который у меня начинает функционировать. Меня зовут Борячин Сергей, я проживаю в Пушкинском районе, поселке Черкизово. В сентябре 2004 года в Пушкинской противотуберкулезной поликлинике у меня обнаружили туберкулез. В январе 2005 года я обратился в фонд Аркадия Петрова, где при помощи методов биоинформационных технологий мне произвели регенерацию в моем левом легком. После чего я проходил их диагностику в Московском центре системных разработок для медицины, где и был снят диагноз туберкулез. Я Нищеретова Галина, живу в городе Кургане, свидетельствую о том, что после прочтения трехтомника Аркадия Наумовича Петрова «Сотворение мира» у меня произошла регенерация двух верхних коренных зубов. У меня стояли такой золотой мостик, и он вдруг зашатался. Когда он у меня сошел, я огорчилась. И буквально через месяц была отечность десен, как бы десна набухла. Я просто подумала, что это воспалительный процесс. А потом языком обнаружила, что острые у меня появились зубки. С 99-го года у меня возникла проблема с трофической язвой голени левой ноги. Она переросла со временем, начиналась с гангрена. Вот данный случай интересен тем, что пациент в течение многих лет страдал тромбофлебитом внутренних вен. И периодически болезнь обострялась до язвенных проявлений, и много лет эти обострения наблюдались. Достаточно было одного сеанса, чтобы компенсаторные возможности организма и поврежденные конечности увеличились на 80%. Нет такого в медицине лекарства, которое бы могло за один сеанс, за один прием вызвать такие серьезнейшие изменения. Поэтому надо думать, что те технологии, которые разработали, они в высшей степени эффективны,
при таких состояниях. Повреждения на коже, но уже таких изменений в венозном и кровяном снабжении ноги, то есть никаких нету. Изменилось, наверное, мое мировоззрение и мировосприятие. То есть я считаю, что я сейчас абсолютно здоровый человек. Застала мужа спящим. Вот, но он не просыпался достаточно долгое время, не реагировал. Вот, когда вызвали скорую, оказалось, что это инсульт. То есть скорая поставила диагноз инсульт, парализация правой стороны тела, и увезли в больницу. Вот, в общем-то, предполагалось, что долго ему не прожить. Врачи в больнице считали, что это органическая кома, поражение всего мозга. И, в общем-то, с таким диагнозом живут сутки, максимум двое. Человек находится при смерти и, в общем-то, обещают очень скорую смерть. И можно ли что-то сделать в этой ситуации, при том, что мозг, в общем-то, не функционирует, питание к мозгу не поступает, и уже подключена искусственная легкая, а следующая тоже искусственная почка, и там уже и конец. Уже Александр вышел из комы, просто был без сознания. А к четвертому, к пятому дню, в общем-то, восстановилось и двигательные все функции, и речевые, то есть через неделю после того, как это все случилось, он, в общем-то, выглядел здоровым, нормальным человеком. В 1994 году у меня была операция, и мне удалили матку и правый яичник. По поводу фибромиомы матки и поликистоза яичника. После этого нам были даны методики, по которым нужно было работать каждый день. Активизировать работу своих органов. И вот работа продолжалась. 8 августа я пошла на УЗИ, где УЗИ засвидетельствовало, что моя матка и правый яичник в норме. Они у меня на месте и функционируют. Мой сын упал и получил серьезную травму позвоночника, компрессионный перелом двух позвонков в грудном отделе. Вытяжка. Очень организм ослаб и стал падать иммунитет. Появились артрит, неясной этиологии. Потом резко умер лицевой нерв, не поддался никакой коррекции. И мальчик просто стал таять. Слабость. Он утро вставал и тут же ложился, я устал. Но учиться было очень сложно, потому что весь организм просто был расстроен. Мы бесконечно лежали в больницах, но то есть мозговые стимуляторы, типа Ковентона, Тринтала и прочих, но это натропил, но это очень на короткий промежуток времени давало некоторое улучшение, но в целом картина не меняла. И поэтому, когда я встретилась с Аркадием Наумовичем Петровым, для меня это был как единственный возможности, шанс, который я постаралась не упустить. И я очень благодарна за этот результат, который у нас получился. Потому что Сергей стал нормальным, живым ребенком. У него появился интерес. Он занялся велоспортом экстремальным. И очень быстро достиг хороших результатов. На областных соревнованиях он занял первое место фигурному вождению. Это 1 июня он впервые сел на этот велосипед. 9 он прошел квалификационный отбор. Хотя 9 июня только-только среди тех ребят, которые уже занимались. А 7 июля областные соревнования и первое место. Для меня была такая радость. Ушли лимфатические узлы, которые были не только слева, но и справа. Они мне сказали: ты что делаешь? Ты уже должна умереть, а ты все ходишь. Ну-ка, срочно, тут же УЗИ кишечника и УЗИ молочной железы. Все было нормально, ничего они не могли найти. Я говорю: ну что вы ищете? У меня ничего нет, я здоровая. И я видела, как все вокруг меня тоже стали меняться. Мой муж, который пил, перестал пить. Он же постепенно перестал пить. Пошел на работу и сейчас живет полноценной жизнью. Обнаружили жировой гепатоз печени,
Вот. И мы с ним поговорили и договорились, что будем работать на расстоянии. Он живет в деревне 120 километров. Вот. И после применения технологии, которую дал Аркадий Наумович, через 3 дня он позвонил мне и говорит, что со мной случилось. Я не чувствую никакой боли в своей печени. Вот. У меня нормализовалось состояние. Значит, через полгода были проведены исследования, и они показали, что жирового гепатоза нет. А жировой гепатоз – это эквивалент вообще цирроза печени. Это и есть цирроз печени. Массажист-мануальщик. Я работаю сейчас через ясновидение. После базового курса у меня усилилось мое внутреннее видение. Я начала чувствовать, понимать, что у человека, что не так. Начала понимать, вот какие позвонки, как они будут становиться на место. После 3-й ступени Аркадия Наумовича Петрова я почувствовала в своей работе то, что появилась сила необыкновенная. То есть я подхожу к человеку, он уже чувствует, что все меняется в его организме. Я поехала в наш Одесский онкоцентр, и мне был поставлен диагноз на основании анализов. Причем было сказано, что осталось всего лишь у меня неделя, ну, может быть, 5 дней, потому что опухоль, она была видна, и она очень быстро продвигалась к кости. Если бы она добралась до кости, то процесс стал бы необратимым. И вот, когда мне рассказали хирурги, что со мной будут делать и какая операция мне предстоит, я решила, что я лучше вообще ничего не буду предпринимать. Вот как все пойдет, так и пойдет. И потом начались чудеса. Когда я поставила перед собой, когда я решила, что я не буду делать то, что люди делают обычно в этих случаях, что я не пойду больше в больницу, что я не буду делать операцию, вдруг я встретилась с людьми, которые предложили мне чудо. И это чудо сработало. Это было больше 10 лет назад. И вот до сих пор болезнь просто ушла от меня. Она просто ушла, и все. Потреблял разные тяжелые наркотики, такие как опиум, там, первитин, марихуану. Я курил просто так. 30 лет просто курил я. Вот, все это, ну и выпивал бывало. Все это удалось, в общем-то, преодолеть и полностью бросить. И я теперь абсолютно уверен в себе и устойчив по отношению к этим веществам. Хочу сказать, что это мне удалось сделать вполне определенным образом. То есть те знания, это знания божественного плана, то есть это прямые знания Бога, они имеют способность выравнивать человека. То есть если человек будет взаимодействовать с этими знаниями, то есть либо это через книги, через прямое общение, вот, то и потреблять эти знания, и усваивать их, то постепенно они начнут прорастать в его жизнь и выстраивать позитивное будущее.